видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 5. Урок 3. Найди площадь заштрихованной фигуры. Площадь заштрихованной фигуры равна разности площадей большого и маленького прямоугольников. Площадь большого прямоугольника 14 умножить на 7 – 98 квадратных дециметров, а площадь маленького прямоугольника 5 умножить на 3 – 15 дециметров квадратных. Площадь заштрихованной фигуры равна 98 отнять 15 – 83 дециметра квадратных. Ответ: 83 дециметра квадратных – площадь заштрихованной фигуры. Если у вас возникли вопросы, оставляйте комментарии под видео.